худшие преображения мировых и отечественных звезд в феврале 2019, автор 13.03. 2019 то ли приближение весны подействовало на звездных красавиц, то ли это своего рода эпидемия, но представительницы шоу-бизнеса активно начали экспериментировать над своей внешностью. Причем это коснулось не только отечественных звезд, но и голливудских модниц. Но вот оказалось, что не все перемены к лучшему. Давайте же посмотрим на не самые удачные звездные преображения. Апостроф закрывающая круглая скобка точка с запятой закрывающая фигурная скобка. Шарлиз Терон невероятно красивая 43-летняя блондинка внешне никак не соответствовала своему возрасту. Но поддавшись необъяснимому импульсу, она решилась на кардинальное преображение. На церемонии Оскара актриса продемонстрировала стильную стрижку и новый темный цвет волос. Хотя в сочетании с небесно-голубым платьем прическа смотрелась великолепно, все же она прибавила своей обладательнице несколько лишних лет. Ким Кардашьян модель настолько часто меняет свой внешний вид, что поклонники уже давно не удивляются новым переменам. Но в этот раз Ким превзошла сама себя, не очень удачно выбрав цвет волос. Уж слишком ярким и неестественным получился ее огненный образ. Мадонна поп-дива умеет удивлять. Но последнее ее преображение повергло поклонников в шок. Для съемок очередного клипа звезда выбрала образ брюнетки, который не только состарил ее на приличное количество лет, но и сделал неузнаваемой. Хоть Мадонна призналась, что для создания этого образа она использовала парик, впечатления от такого перевоплощения остались не очень приятные. Апостроф закрывающая круглая скобка точка с запятой закрывающая фигурная скобка. Вера Брежнева. А вот среди отечественных красавиц больше всех удивила Вера Брежнева. Звезда перекрасила волосы в розовый цвет с помощью тоника. Хоть оттенок и находится на пике популярности, все же эксперимент Брежневой назвать удачным очень сложно. На опубликованном фото волосы певицы выглядели достаточно болезненными. А бледно-розовый оттенок сливался с цветом кожи и казался немного полинявшим. Анастасия Волочкова, известная балерина, поразилась не очередным шпагатом, а новой стрижкой. К сожалению, стилист знаменитости ошибся в выборе формы. Такую стрижку лучше сделать попозже, лет через 15. Анна Семенович отступила от своего привычного стиля, известная певица Анна Семенович. В ее случае все не настолько печально. Но все же, сделав выбор в пользу челки, она немного ошиблась. Новая форма стрижки очень изменила внешность знаменитости. Даже подписчики не сразу узнали своего кумира. Шарлиз Терон невероятно красивая 43-летняя блондинка внешне никак не соответствовала своему возрасту. Но поддавшись необъяснимому импульсу, она решилась на кардинальное преображение. На церемонии Оскара актриса продемонстрировала стильную стрижку и новый темный цвет волос. Хотя в сочетании с небесно-голубым платьем прическа смотрелась великолепно, все же она прибавила своей обладательнице несколько лишних лет. Ким Кардашьян модель настолько часто меняет свой внешний вид, что поклонники уже давно не удивляются новым переменам. Но в этот раз Ким превзошла сама себя, не очень удачно выбрав цвет волос. Уж слишком ярким и неестественным получился ее огненный образ. Мадонна поп-дива умеет удивлять. Но последнее ее преображение повергло поклонников в шок. Для съемок очередного клипа звезда выбрала образ брюнетки, который не только состарил ее на приличное количество лет, но и сделал неузнаваемой. Хоть Мадонна призналась, что для создания этого образа она использовала парик, впечатления от такого перевоплощения остались не очень приятные. Вера Брежнева. А вот среди отечественных красавиц больше всех удивила Вера Брежнева. Звезда перекрасила волосы в розовый цвет с помощью тоника. Хоть оттенок и находится на пике популярности, все же эксперимент Брежневой назвать удачным очень сложно. На опубликованном фото волосы певицы выглядели достаточно болезненными. А бледно-розовый оттенок сливался с цветом кожи и казался немного полинявшим. Анастасия Волочкова, известная балерина, поразилась не очередным шпагатом, а новой стрижкой. К сожалению, стилист знаменитости ошибся в выборе формы. Такую стрижку лучше сделать попозже, лет через 15. Анна Семенович отступила от своего привычного стиля, известная певица Анна Семенович. В ее случае все не настолько печально. Но все же, сделав выбор в пользу челки, она немного ошиблась. Новая форма стрижки очень изменила внешность знаменитости. Даже подписчики не сразу узнали своего кумира.
Мария Погребняк, вечная блондинка, решила внести изюминку в свой образ и сделала челку. А не стоило. Поклонники заметили, что в таком образе супруга известного футболиста стала похожа на Сергея Зверева.